Да. Сергей Сергеевич, здрасте. Добрый день. Знаете, хочу такой задать вопрос вам, как главе района. Посмотрела я новости про летний оздоровительный лагерь «Позитив», где детей, ну, учили драться в обмундировании милиции, и, в общем, с оружием они там фотографируются. Давайте мы начнем разговор с того, что познакомимся. Да, вы давайте меня знаете, познакомимся. А давайте вы представитесь. Ольга Викторовна. А фамилия ваша? Паук. Паук. Угу. Откуда вы? Гомельская область, ГП Октябрьский. Ну, я думаю, что мое мнение для гомельчан будет неинтересным. Что? Поэтому спасибо вам за звоночек. Что? Сергей Сергеевич, дрысля районные. Главное, районная дрысля. Сами то есть поддерживают детей эти... вот в это вот все замешивать, так они, блин, мамкины герои. А как ответ держать за это, так все, уже усрался.